И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димончик. Как всегда, отличное настроение, сегодня играем в Майнкрафт. Карта у нас Соник. Димончик, поздоровайся. Всем привет. Что у нас тут в сундуке? Подожди, а, пластиночка. Музончик. Слышишь, музычка играет? Ладно, отстой, пошли дальше. Так, тут куча надписей, ну вы знаете. Кто вообще эти надписи читает? О, хлебушек. Двое тапочек. Давай, короче, по два хлеба и по тапочкам. Да, давай, да, тапочки, да, оденем сразу. О. На кнопку нажми там под табличкой. А, все. Я не увидел ее. Ну все, ребята, наша история началась. Видишь, получается, вот здесь как сюжетная линия есть. Давай сюда. Идем, идем. О, факел. Может его поджечь надо или что-то поставить, красный блок, не? Наверное, да. Я вижу там такие глобальные постройки. Карта, наверное, не на одну серию. О-о-о. На, Димас, одень. О! Ого! Вот это у меня теперь мощно. Свитерок. Два стака хлебушка и яблоко называется Invisible. Яблоко может, нашел. Типа на невидимым ты станешь? Ну-ка, возьми его. Я взял. Кушай его. Да не, может пока еще рано? Да, понятно. О, что у нас тут? Это тоже сундук. Яблок. А, он там был, я понял. Только мы Gravity Falls весь исследовали. Так бы еще хотелось на той карте поиграть. Мне она так понравилась. Да и нашим подписчикам понравилось очень. Я свинюшек кормлю. Они хлебушек, что ли, едят? Не знаю. Да не. Не хотят может, они твой хлеб. Если бы ты им мясо давал. Вообще свиньи мясо-то не едят. Хлеба они ели с удовольствием. Они помои всякие едят. Хотя, мне кажется, свиньи мясо будет есть, если это мясо помойное. О, еще одно яблоко нашел. Тут тебе как раз. Тут вышел сундучко, видишь? Записка. Лестница наверх, ты видишь? Карту нашел, отлично. О. А мы никак не поднимемся. Очень прикол, смотри, какая карта здесь. Иди, я тебе покажу, скину тебе карту. Ты где? Иду, иду. На карту посмотри. Подожди, где я тебя? А вот, мы вокруг ходим. На. Смотри карту. О, она так прикольно прорисовывается. О, чё, смотри, классно сделано. А, это Соник картинка. Прикольно, чё, да? Классно сделано. Видишь, это кольцо Соника, где он разгоняется, монетки собирает. Да-да-да. А чё там он паркурит, все кончает. А, там сундук лежит. Значит, как-то туда можно подняться, раз там сундучок лежит наверху. Надо искать другие проходы, значит. Задние? Вот на дереве сундук. Он нашел мотыгу, которая на остроту 2 зачарована. Забираем, забираем, забираем. Драться ей можно. Во, у меня есть оружие. Смотри, что это за животное? Кошка! Бешеная кошка здесь. А что бешеная? Ну она быстро очень бегает, смотри, когда подходит. Смотри, это нормальная кошка? Она прыгает на 10 блоков вверх. Вот, Дима. Она не кусается, не? Не знаю. Наверх. И что она быстрая какая? Она классная. Без бампер. Поднимайся наверх. Сюда. Иду. Наверх. Я так боюсь грохнуться. Во. Может, а, мы можем в воду прыгнуть. Да, иди, покажу тебе оружие, что здесь. Вон, смотри, что за оружие там. О, крючок бой. Это Фокси. А что это за самородки такие желтые? Это золото обычно. Ты будешь крючок себе брать? Бери. А я в воду. Что ты себе не взял? Так, а зачем мне надо? Я ножик руками дерусь. Тих просто, рукопашник. О, у нас уже утро. Давай продвигаться, то мы уже тут весь пятачок исследовали. Ну хотя, наверное, так и надо, чтобы мы потом могли пройти по сюжеточке все. Ну что, открыл калитку, не? Иду, иду. Я там споткнулся об кубик. О. Да-да-да, открыл я. Самый стандартный метод открывания калитки. Ага. Лестничка. Ой, классно. Смотри, какая горящая голова. Перепьяша. Ага. Так а что здесь? А здесь кнопка. Ты пахнулся, не? Не, ничего не. А я вниз сюда спрыгнул. Давай вниз, да, спрыгни. О, лава. За стеклом надо быть аккуратно. Аккуратно. Ой, лава. Ой, лава. Угу. А как туда пройти без лавы? Никак, да? Ага. Тут
Так, подожди, там и ничего не... А, нет, там кнопка, которую надо нажать. О, я нажал ее. Прыгни в лаву, Димас. Так, Димончик выхватил, что можно сюда прыгнуть. О, красота. Прыгаем сюда. Давай вниз. Там в подземелье, ребята, куда-то спускаемся. Паркур, паркур лавы. О, нет. О, нет. О, нет. О, нет, о, нет, о, нет. Нет, не умирай. Я буду хлебушек кушать, я не умру. Яблоко, у тебя есть яблоко. Я его уже потратил. Да блин. Не, все нормально, Димончик. Я себе буханкой хлеба побил по голове и перестал гореть. Я тебе яблоко, видишь, кинул на плиту. Так. Яблоко. Неужели я научился паркурить, а? Кушай. А не, все нормально. Подожди. Во, Димас, смотри. Твою мать. Вот, на, Димас. Я ем. Да. Яблочко, все нормально, Димончик. Восполнилось. Ты пахнись, кое-что еще дам сейчас. Ты пахнись. Ой, это не ты пахнись, прыгай. Не, все нормально, Димончик, все пойдет. Не, прыгни, я тебе кое-что дам сейчас. Есть. Блин, ребята, так опасно, когда здесь лава. Прочитай там карту, посмотри карту. Смотрю. Так, Соник мы видели. Может, нам надо найти, собирать все эти карты, да? Смысл, типа, знаешь? Карта Соник, и надо найти все эти карточки нам. И тогда мы пройдем. Что там в сундуке? Там лук с бесконечными стрелами. Значит, у нас будет война сейчас, по любасу. Тоже яблоко ем. Давай, короче, выпрыгивай с этой лавы вонючей. А, горю, ура. Жопа горит. Жопа пригоральня. Нормально, нормально. О, боксинг крючок, нормально. Теперь мы вооружены с тобой. Это будет война по любасу. Есть здесь топор крутой. О, топорик зачарованный. А он крутой, смотри на него. А ну-ка. Нифига себе, а что у него там, какие преимущества? Острота, отдача. Короче, ударишь далеко, на. Отнесешь человека, и еще ему урон нанесешь большой. Ты забрал, забрал. Ага. У меня теперь крючок зачарованный. Короче, все шняги. Знаешь, где мы очутились? Короче, как тут подниматься, типа. Во. Во. Ай, дверь я ударил. Вот она. Че, мы назад вернулись, что ли? Может, нам не надо было сюда? Нет, не назад. А, это не назад? Как-то запутанное очень все здесь. О! Настолько запутано, что я офигеваю. О, здесь тоже такая же лава, короче. Ну не факт, что мы провалимся опять ниже. Я тебя тут жду. Подожди, я походу... О, там алмазный блок, надо. Димон, я вижу алмазный блок. Где? Он в лаву упадет. Ты его хочешь добыть стрелами? Пойдем. Думаешь, там тоже такая же шляпа будет? Нет, я не хочу уже проверять. Я просто случайно туда упал, а теперь не очень хочется. Это я был рад. Хотя я рискнул. Ага, я умер. Это прикол. Надо было кем-то жертвовать, Димон, это был ты. Так, ладно. Дай я наверх поднимаюсь. Есть у тебя что-нибудь покушать там? Что-нибудь да. Вообще? Да. На тебе, короче, стак... батона. Давай, стак батона. И крючочек. И крючочек. Батон, и... конечно, подсох уже. Ну, размячишь его, короче, водички и поешь. Да. Будет у меня супчик хлебный. Хлебный супец. Я такой, я не знаю, есть такой хлебный супец? Мне издалека показалось, что это лава. Нет. Да? Значит, мы на какую-то классную локацию приближаемся. По любасу. Ребята, классная карта. Эта карта на много серий. Здесь очень много всего. Отзывы просто такие классные. Ой, я там на плиту прыгнул, какой-то звук был. А ну ты. Не? О! Вау, Димон, посмотри по бокам, когда ты будешь лезть. Чёрт. Ладно, давайте уже заберемся наверх. Карта классная. Какого цвета все оранжевого. Это же оранжевый цвет? Да. О, тут кнопка нажимать. Она нифига не делает. Во, паркур. Подожди, там вон сундук я увидел. Это... Ой, Димон, я допрыгну отсюда туда или нет?
Отсюда туда куда? Вот сюда, да. Чтоб не паркурить, как ты. Ты умер? К сожалению, да. Да блин. Ой, я выжил. А, вон сундучок, я еще один вижу. В этих сундучках, значит, карты Соника. Паркурить надо. Есть. Поньк. Ой-ой-ой, это уже не чпоньк. Чпоньк. О. Паркурил, паркурил. Не... Ему не долетишь. Да блин. О, сундук. О. И какие-то самородки золотые. Все наше, все наше. Самовыра. Тут над головой, чтобы я мог прыгнуть. О. О. Это уже паркур. Это уже четко. А мне, я наоборот, такие карты мне надо играть, чтобы уметь паркурить. Потому что я вообще нубище полный. Паркур это, конечно, не мое, но не во всех случаях. Ух, чуть не ляпнулся. Есть. А чё там? Ты зелье какое-то бахнул, да? Ах ты алкаш, мне не оставил. На тебе за это. Оно скорости зелья, я очень быстро бежал. А-а-а. А куда нам надо вообще? Нам надо выйти отсюда. Видишь, там дальше идет море какой-то, океан здоровенный. Паркурим туда потихонечку. Не спеша. Но когда спешишь, людей насмешишь. Кнопки, они не работают? У меня тоже. Так. Коньк. Здесь проходим. Ты спустился, да, здесь по лестнице? Да. Мы не отсюда пришли? А, нет, тут решетки, там стекла были. Спускаемся. Карта запутана очень, но при этом интересная. Как Соник в таком мире живет, Димон? Да, не знаю. Ой, хотел хлебушка поесть, сам 100 раз нажимаю. Открывайся, ворота. Блин, ну классно здесь, вот там и ребята наверху были. Паркуристами были. Ну. Ну я не доделанный паркурист, а ты доделанный. О, зелье. А не, пляшка с подзелья, это которое ты бахнул. За твой мусор хожу, убираю пустые бутылки. Алкашня. За это тебе будут давать хлебушек. Зачем нам дали лук, стрелы, там все это давались, тут никого нету из врагов. Сами с собой будем стреляться. Засали, может? Цикуны? Да. О, сюда спускаемся. О, я вижу. О, зеленое все. Как атмосферненько, да, все смотрится? Вот. Тут нормально. Выход есть. А, ну это просто... Тут котяра бегает. Тихованный этот. Может его убить надо? Кого? Ну иди сюда, кот. Никого не убивай. Я не могу его догнать. Вот псих, не. Я не могу кота догнать. Убежал. А там кот, я хотел за котом бегать. Там двери, ты открыл дверь или нет? А они там текстурки. Что у нас тут? Там сундук, да, был в конце? Нет. Понятно. Там земелька. Обманщики. Откололи нас по красоте. Во, иди сюда. Я тут еще нашел. А где ты? На улице. Вот. А все, я вижу, я вижу. Дай мне хлебушка, а то умираю. С голоду. На тебе полстака. Как-то... Больше весь стак давать не буду. А то ты продукты переводишь только. Хотя сам бы ляпнулся с паркура. На удивление не разбился ни разу. Я просто видел, что ты тупишь. Думаю, я тоже так не буду делать. Хотя тут этот паркур сам прошел. Как котяру этого убить? Он такой психованный какой-то. Котяра. Ой, иди сюда, здесь походу какие-то туннели. Идем. А мне нравятся такие карты, где надо исследовать, что-то там выяснять. Мне бессонник. Я вижу панику тебя, иду. Пришел. О, это другой пещер. Другой. А я уже смотрел в сундуке. Спускаемся. Ниже. Я все забрал уже. Так, сюда. О! Здесь две картины. Сквозь них нельзя пройти? Нет, просто на память нам дают. Пусть будет. Фотокарточка. Так, сюда идем. Идем. И вешаем картину. Так, а ты знаешь, что можно картину менять? Типа, оп, такой, оп. А как? Вот.
А, ты ее потом ставишь, и другая. О, смотри. О, огромная. Короче, мужик дерется с пальца. Все сходится. Это по-нашему. Так, надо на другую локацию как-то перебраться нам. На другую. Да. Видишь, дальше розовая локация. Значит, нам надо туда. По локациям разделено. Нам нужно, наверное, паркурить туда. Подожди, давай посмотрим через верх. Нет. Хотел сказать, надо, да? В самый конец туда запаркурить, мне кажется. Думаешь? Да-да, давай обратно лезем, паркуристы. Ну давай. Ребята, попробуем все-таки туда залезть. Так, лестница, лезь. В самый конец залезем. Это, наверное, телепорт будет, и мы телепортируемся дальше. Возможно. Так оно и есть. Ты же у нас Sonic Blade профессиональный. Да. Я даже вот такие кубики, и то боюсь перепрыгивать лишний раз. Эть. Так, отлично. Разбиться не хочется. Куча шмота. Хотя мне вроде прописана команда, чтобы не выпадало ничего. Или хотя отлично. Надо на каждой карте прописывать, я так понимаю, независимо. Так, ты где? Я сзади. Тут надо с двойным прыжком, да, походу? Сглазил. О, я наверху появился. Ты глазное яблочко. Я наверху, подожди, где ты? А вон я тебя вижу. Офигеть, у меня. Подожди, может я правильно. Может мне не надо никуда? Может мне здесь не надо тебя ждать? Нет. Нет, надо идти к тебе, да, все-таки? Да. Блин, вот разработчик намудрил здесь. Интересно намудрил, что хочу сказать. Мудро. Тихо. Не падать. Блин, бахнулся. Есть. Я уже думал, все. Прощай, жизнь. Маленькая. Сундук. Это мне уже и вещей не хочется собирать. Все равно просру все с таким паркуром. Вещи просираются на ура. Во. Все. Я, походу, в другую локацию перешел. Давай, ТП. Сейчас. Ладно, давай ТП-хнусь. Все-таки у нас исследовательская же миссия. Показать и рассказать. Сюда. О, да, Димончик, это ты классно. Дай хоть отсюда посмотрю. Ага, я понял. Кстати, вон подписано название миров. Это было у нас Оре. Прыгай вниз, читать? Короче, и потом спускайся по воде там. О, ребята, сейчас. Смотрите, сколько у нас всего еще ждет здесь. Это просто класс. Вот эта локация мне нравится. Сейчас туда будем продвигаться. Прыгай я прямо лечу. В дырку. Да. Я в дырке. Наша жизнь вообще происходит вся в дырке. О, звуки прикольные. А я думал, откуда? Че, по разу только подукала? Сейчас страной будет. Да. Пока я не хочется под воду, давай вернемся обратно. А мы потом вылезем отсюда еще. Уже можно выйти. О, здесь мегапаркур 3000. 3000? Не 2017? Нет. Давай, что у нас там? Эть. Оп. Опа. Здесь, короче, какие-то загадки. Ой, меня стреляют. Ой, блин, это класс. Во, это уже напоминает Соник, ребята. Вот Соник так и должен быть. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите продолжения, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Ты сейчас?